Перекресток проспекта Победы и улицы Чайковского самый аварийный в Челябинске. Такие данные опубликовали специалисты интернет-сервиса «Яндекс.Пробки». Они проанализировали сообщения о заторах и авариях, произошедших в прошлом году. В список опасных также попали перекресток улицы Российской, проспекта Ленина и Свердловского тракта с Цинковой. Всего учтено более 10 тысяч отметок от ДТП. Отображены все данные на одной карте. Вот карта самых аварийно-опасных участков. Чем больше круг, тем больше ДТП произошло на пересечении в прошлом году. Лидируют перекрестки проспекта Победы и улицы Чайковского, проспекта Ленина и улицы Российской, Свердловского тракта и Цинковой улицы. Также в рейтинг попали участок возле Шершневской плотины, улица Дзержинского, участок автодороги «Меридиан» в районе КБС. Больше всего аварий происходит в вечерний час пик, отмечают аналитики сервиса «Яндекс.Пробки». За 2015 год больше всего сообщений о ДТП поступило в октябре из-за заморозков и гололедицы. И в декабре из-за предновогодней суеты. Так, 25 декабря был поставлен рекорд количества ДТП за день. Пользователи сообщали о 190 авариях в городе. Из-за них на дорогах образовались 10-бальные пробки. Полный список аварийных перекрестков есть на нашем сайте 1obl.ru.